Всем привет, друзья! Сейчас только буквально сколько? 2 часа назад я приехал домой с тренировки. И вот сейчас только перекусил, буквально покидал новые сухие вещи. Ну, не новые, на сухие вещи в сумку собрал. И снова фигачу на тренировку, на новую. Вообще, тут что называется, с корабля на бал, из огня да в полымя. Только-только закончился чемпионат России по фудокан каратэдо и первенство России, кстати, на котором я занял одно из первых мест из этих номинаций, которые там были, то есть стал сам чемпионом, да? А на дистанционном семинаре, который был до этого, получил 5-й дан. Как вот тут же сразу буквально прошел один день на регенерацию. Подождите, прошел или день-то? Да, прошел. Сегодня какое число? 4-е, наверное, да? Не помню уже. Вот. На регенерацию один день буквально. И сразу же начался семинар, который проводит главный тренер сборной России по ММА. Мистер Капшай. Вот. Вот я еду на этот семинар. Вопрос в том, что хоть семинар проводит главный тренер сборной по ММА, главный сборный тренер России по ММА, на этом, тем не менее, семинаре мне отводится тоже довольно большая и значимая роль. Я буду на нем тоже вести целый цикл, причем как для тех, кто что такое, для тех, кто посещает семинар Капшая, так и для него, для самого непосредственно. Семинар этот, моя часть, будет посвящена профилактике спортивного травматизма ударных поверхностей, укреплению, ну, значит, ударных поверхностей в ММА. Ну и в боксе, потому что в ММА основная подготовка рук – это, в принципе, боксерская подготовка. Вот в таком ключе, короче, пойдет, в таком разрезе. Мне что-то прямо горло не заложило, но непонятная какая-то фигня. Вот. Поэтому, видите, такая ситуация получается, что я буду тут еще и обучать, по крайней мере, пытаться, да, главного тренера сборной России по ММА. Он будет обучать нас, а я буду в каком-то разрезе, значит, обучать его. Ты вперед смотрел бы, чувачок, блин. Едет по телефону, болтает на Бентли, ядрена мать. Шелупиздик какой-то у меня. Уже на Бентли. Бывает вот так вот. Жизнь устроена. Да. Да что ж такое. Я вообще, похоже, не выверну сегодня тут. Все, ура! Вывернул. Ядреная мать, так хрен успеешь вообще. Ой, ну вот. Теперь мне надо в абсолютно другой конец города добраться. Бляха-муха, за 35 минут. Да. Тема. А сейчас, учитывая то, что ну не час пик, но тем не менее. Да еще надо зал найти. Вот. Так, что-то тут уже пишут мне. Так, сейчас немножко изменится дорожная ситуация. Я посмотрю, что там написали. Возможно, вопрос какой-нибудь. Так, доброго дня, подскажите, у вас есть для макивары насадка для перемещений вверх и вниз? Ха-ха. Да, интересный вопрос. На макивару насад нет. Для макивары платформа. Вот есть
и лишняя, какая насадка для муки? Вот это, ребят, уточните. Если вы думаете, что она сам набоек, да, по которому она носит удар, чтобы по нему перемещалась какая-то типа наклейка смягчающая, такого нету, однозначно. А вот платформа на стенке, по которой сама макевара перемещается вверх-вниз, это да. Всякие насадки на макевару мы не делаем, вообще не сторонник. Есть на макеваре наклейка, из микропоры сделанная. Это все, что нужно, чтобы было на макеваре. И больше на ней быть ничего смягчающего не должно. Ни канатов, ни веревок, ни кожаных каких-то насадок. Ничего быть не должно, абсолютно. Хотите, если более мягкого контакта, надевайте тонкие шингарды, например, такие перчатки, как для кудо, или снарядные перчатки для работы по мешку боксерскому, и работайте. И никакая геносадка вам уже не нужна будет. Все, на этом. А для работы голыми руками, для тех, у кого, кто не собирается работать по доске непосредственно, что, в принципе, и не нужно, там есть микропора, тонкая микропора, чуть меньше сантиметра толщиной. Ее более чем достаточно. А, платформа. Ну, платформа, да, платформа, конечно, есть, ребят. Только у меня и есть все настоящее. Потому что макевара МБШ — это макевара боксерская Шилова. Или макевара Бадюка Шилова, как ее простонародье называют. А Шилов — это я. Я ее придумал, я ее сконструировал, я ее сделал. И все, что делается для макевара МБШ, это все у меня. А все остальное, если кто-то продает другую, это какая-то хуета, ну, из-под ногтей. Вот. И контрафакт, который только внешне напоминает, но по свойствам по своим это полное говнище. Ну вот и все, да. Ну нет, если кто-то желает сам сравнить, попробуйте, обязательно попробуйте. Если деньги, конечно, есть. Купите то, что подешевле, чужое. Купите мое, оно, конечно, подороже намного. И сами сравните. И потом то, что подешевле купили, сразу так этот камин растапливать. Самое то, что надо. Были такие, кто сравнивал. Ну ладно. Мы не об этом сейчас разговариваем. Вот, а о тренировках, да? Так вот, в свое время я выступал на круглом столе на отчетной конференции, значит, ММА, Союза ММА из России, где президентом Федор, наш любимый Федор Емельяненко, да? И делал я большой доклад, вот как раз по той тематике, которую буду освещать на этих трех днях семинара в Иваново здесь, а именно подготовку ударных поверхностей, потому что бойцы ММА работают практически голыми руками. То есть, учитывая то, что они, в принципе, руки ставят и из боксерской подготовки преимущественно, берут они методы подготовки со снаряда и ударной, из бокса. Но дело в том, что в боксе работают руками тейпированными, да, забинтованными, затейпированными пластырем. А в ММА так не работают. Там единственное, что есть, это защищающая накладка на руки, которая, в принципе, не морду, конечно, противника защищает. Ну так, отсечек может быть немножко. А вот, а больше защищает именно руки самого бойца, опять же, от тех же самых самсечек. Но от глубоких травм, от переломов костей, запястья, пястья и так далее, она не защищает абсолютно, да? Ну, понимаете. То есть фактически удар идет незащищенной рукой. Защищена только кожа на руке. Глубокие структуры кисти не защищены и не закреплены дополнительно. Вот. Поэтому, конечно, в боксерскую подготовку рук для бойцов ММА нужно вводить определенные корректировки. Для того, чтобы они могли потом наносить настоящие реальные удары в полную силу, не сдерживая себя, да, и без риска получить травму, потому что не сдерживаясь-то можно бить, да, но риск получить травму чрезвычайно велик. И среди бойцов ММА огромное количество бойцов, да не огромное количество, среди профессионалов все до единого имеют переломы рук. Именно кулаков, да, кистей рук, запястья костей, запястья и так далее. Это у всех абсолютно. Если профессиональные бойцы этим как бы даже гордятся, да, то спортсменам-любителям гордиться тут на самом деле нечем, потому что огромное количество бойцов ММА, спортсменов, которые посещают секции смешанных боевых единоборств, искусств, не собираются потом связывать свою жизнь дальнейшую с карьерой именно профессионального бойца. И руки они должны сохранить нормальными, без травм, без переломов, без неправильно сросшихся переломов, без контрактур каких-то и так далее. А как это сделать? Надо руки, чтобы были подготовлены.
Понимаете, я в боевых искусствах более 30 лет. У меня руки отличные, подвижные, несмотря на то, что очень закаленные и крепкие. Наверное, я ломаю доски, кирпичи, но спокойно там играю на гитаре, да? Я об этом много раз говорил. Да-да, Гевара. Кстати, Гевара, пишите, обалденная штука для этого. Для укрепления пальцев и кистей рук. Конечно. Опять же, чья методика, знаете? Моя. Из курса «Стальные руки». Если вы посмотрели, что это кто-то другой делает эту методику, это значит, я научил. Если смотрели в Одессе семинар с Ебадюка, где с Еварой работает, он, то я его научил это делать. «Стальные руки», первая часть, сам курс. Как раз там огромная часть нотезометрии и статики идет с Еварой по моей авторской методике. Тоже моя. Вот так вот, други мои. Но на самом деле подготовка должна быть максимально комплексной. Кстати, я буду рассказывать сегодня на семинаре и о работе с Еварой, и с мячиком. Там уже статодинамика идет, да? Вот, обязательно. Но обязательно нужно и в прикладном аспекте руки закалять, то есть в той схеме движений, которая будет реально применяться на практике, то есть в ударной технике. Потому что правильная работа на макеваре позволяет еще и правильно ставить удар, приводить его правильно на мишень. А в профилактике травматизма важно не только... Аленька, шутка. В профилактике травматизма важно не только иметь крепкий кулак, но еще и правильно приводить его на мишень. Нет, я, конечно, понимаю, что ситуации всякие бывают. Хотел ударить в одно место, попал в другое, противник не стоит на месте. Хотел ударить в одну часть тела, противник подставил совершенно другую. То есть целились ему, предположим, в печень, попали в локоть, которым он ту печень сам не прикрыл. Но тем не менее, если вы ведете правильно кулак на мишень, у вас вероятность повредиться намного ниже. И уж тем более она будет катастрофически ничтожна, если вы попадаете в ту мишень, в которую собирались попасть. То есть, предположим, попадаете противнику в лоб, куда, в общем-то, и били, по сути. Никаких проблем у вас не будет никаких. Вот так вот. Так, по поводу «хочу в квартире поставить». Правильно, ставьте в квартире, что замечательно. Как раз платформа для этой цели и нужна. Для того, чтобы можно было в квартире поставить и быстро снять или перемещать по уровню вверх-вниз. Потому что на улице-то все просто, там по дереву-то легко двигать, ремни там ослабили, сдвинули макевару и опять закрепили. А дома эта платформа решает вопросы. Тем более там ремни не нужны, там специальные крепления есть, которыми к платформе макевар крепится еще быстрее и легче, чем ремнями. Так, постоянно с собой на работу ношу, даже запястья немного стали меньше болеть. Ага. Ну правильно, а что, Евара? Я Евару тоже постоянно практикую, вообще постоянно, регулярно. То есть это та вещь, которая у меня всегда с собой. Вот даже вот, во. Везде. В любом кармане, в любой сумке, в машине, везде. Время есть, когда или нету, это не важно. Берете Евару, начинаете работать. Да? Делать вот эти вот упражнения. Кроме того, Евара еще и прекрасный. Элемент кабудо. Недавно тренер увидел в интернете на точность фирма Nissan. Ну, цена как МБШ. Недавно тренажер увидел в интернете на точность фирма Nissan. Ну, цена как МБШ. Ну и правильно, тренажеров-то много всяких существует. Я, к сожалению, не знаю, что это за тренажер. Возможно, он очень хороший, тренажеры разные есть. Тем более, видите, вы сами пишете, что это тренажер на точность, да, то есть специфическое его направление, отработка точности прием. Я так по-вашему, то, что вы написали, ну, понимаю. Возможно, он для этого очень сам хорош. Понимаете, если быть откровенно честным, уж максимально универсального снаряда, такого, который бы решал абсолютно все задачи, какие только можно, закрывал, в принципе, не существует, к сожалению. Есть максимально универсальные снаряды, ну, к коим относятся, предположим, те же макевары камертонного типа, но они все равно не закрывают все задачи. Наряду с работой на макеваре, конечно, нужно практиковать работу с партнером на лапах, на мешке, на груши, вот, на пэдах. Все. Просто каждый снаряд закрывает наилучшим образом какой-то из аспектов.
Ну и, конечно, нельзя пытаться подменить одним снарядом с другой. Некоторые говорят, а я на жестком мешке буду набивать руки. Ну, не предназначен мешок для набивки рук. Понимаете, не предназначен, у него другая задача, изначально не для этого создана. Все, не будет он для этой цели никак работать вообще в принципе. Ну, понимаете, это все равно, как там телевизором самогвозди забивать. Ну, можно приспособиться, там аккуратненько, если, то все получится. Только нахера ли это делать, когда молоток есть? Вот, понимаете сами, да, идею? Внимание! Маломощный радар. Ограничение скорости 60 км в час. Летят обратно и... А, все. Представляю. Там, если я правильно понимаю, такой СМГ-тренажер, да, когда вы наносите по нему удар, он проворачивается и наносит удар, надо ставить СМГ-защиту. Видел такие тренажеры, профессионально сделанных не видел, видел самодельные. Ну, прикольная штука. Для отработки некоторых элементов боксерской техники очень прям хороший снаряд, мне вообще понравился. Видел я, как один мальчонка работал, очень понравился. А понравилось тем, что вырабатывает автоматизм превентивной самозащиты. Наносишь хук, например, да, или длинный свинг, или кросс, и тут же ныряешь под возможную атаку противника. То есть делаешь либо нырок, уклон, либо защиту. Чаще всего нырок, конечно. Вот. Это происходит автоматически. Причем уже становится неважно, противник будет атаковать в ответ или нет. Вы превентивную защиту совершаете, поэтому вы максимально остаетесь защищенным. Вот. Если это про такое, то мне такая штука понравилась, я видел. Вот. Что он стоит столько? Да, ребят, понимаете, вот очень трудно оценивать со стороны, не понимая всю подноготную ситуацию со себестоимостью. Как макивар вот оценивают некоторые. Говорит, да это, говорит, 3 доски, 4 болта, хер ли там делать, это со себестоимостью всего со снаряда, там 1500 рублей со сработой. Блять, ну это вот, понимаете, это рассуждают долбоебы полные, это вот стопудняк. Потому что если это действительно 2 доски, то да. Но это не просто доски 2. Во-первых, это особенно боёк. Это сложный конструктивный элемент, который специально собран, определенным образом специально склеен. Это не просто какая-то фанера кусок или кусок доски. Не просто, а сложно. Очень сложно он устроен. Понимаете? Чем фишка-то вся. Вот. Потом определенно, понимаете, вы забываете про то, что делается это промышленным, производственным способом. Там работают люди, станки с ЧПУ и все так далее. Некоторые говорят, ну это должно снизить себестоимость, это же не хендмейд. Наоборот, это если бы это делалось тысячами в месяц, то это снизило бы, да. А если не тысячами, то это никак не снижает. Такая высокая точность, высочайшее качество материала, когда ни одного сучка, ничего. Это все наращивает цену. Себестоимость у макивара очень большая. С другой стороны, смотрю, например, есть такой тренажер, называется Boxmaster, по-моему, или я, и, может, не так, немножко по-другому, я забыл, как он называется. Это такой, как бы, напольный, значит, агрегат, который состоит из центрального звена такого и куча лап под разными углами, чтобы можно было бить апперкоты, хуки, свинги, кроссы, там, джебы, да, и все так далее. Вот. Так вот, такой самгитренажер, в зависимости от комплектации, стоит, вот в интернете посмотреть можно, вплоть там до 400. Блядь, это пробка, ёкарный бабай. Вот это я зря тут поехал. Блин. Может стоить... Да. До 400 тысяч рублей. Что ж мне делать-то теперь? Я ведь так и опоздать могу. Так, другие мои. Ну ладно, ну там цены за сотни тысяч. Да, да. Вот такие тренажеры бывают очень дорогие. Может, и быстро ее проедем, хрен его знает. На светофоре вроде стоят. Нет аварии. Вот.
Ну, начинается там, по-моему, цена от 100 с лишним тысяч. И что там оценивать? Какой-то, может, сам Самоделкин тоже скажет, а что тут такого-то? Основу я сам сварю, вокруг нее там дерматинчик там с изовером, там с наполнительными, с пенкой там, с микроопорой сделаю. Причем я уверен, сделает и будет даже на вид смотреться ничего. Вот. Лапы там на этих агрегатах, он все эти там вот установит, купит лапы, или даже, может быть, какой-то чудик сам не сошьет их. Но, ребят, ну понимаете, стоит оно того или нет, это вот вам самим решать, понимаете. Если вот по поводу такой штуки я не знаю, там, а если у нее какие-нибудь определенные ТТХ, очень сомневажные, которые не надо рассчитывать, вернее, которые надо сам специально сам рассчитывать или нет. На мой взгляд, особо там и нет никаких самих ТТХ. Вот. А то в макеваре-то они точно есть. Понимаете? Потому что она так устроена, что если ее немножко неправильно произвести, она либо будет как кол и не будет выполнять абсолютно функции своих, то есть она будет несгибаемая вообще. И в таком случае она просто не будет гнуться, либо она будет ломаться. Либо она будет абсолютно мягкая и будет прогибаться вот так вот пальцем до конца и не будет выполнять своих задач. То есть там ТТХ-то очень четкий. Вот. Поэтому важно понимать, что снаряд стоит столько, сколько, во-первых, гораздо больше, понятно, он должен стоить сам себестоимости затраченных материалов, да, потому что там еще огромное количество интеллектуальный труд занимает, патентование, реклама, поддержка патента, маркетинговая кампания и все такое прочее. Это же тоже все должно быть оплачено. Потом себестоимость уж никак не материальная, а еще и трудозатратная, а рабочие, которые это делают, мы за них платим что? Мы платим им зарплату, мы платим за них налоги все. В итоге получается нормально. А потом где-то это все производится. Это значит аренда цехов или содержание цехов, свет, электричество, тепло зимой и так далее. Получается все там нормальная цена. И когда мне люди говорят там, а там мы сделаем там за 800 рублей, там, понятно, если ты у себя на коленке там на кухне лобзиком это делаешь и свое время тебе ничего не стоит вообще, то конечно. Может быть, и так и сделаешь. Только, опять же, вопрос в том, что это внешне только похоже будет. Но даже если учесть в том, что если, предположим, какой-то супер Самоделкин полностью повторит эти качества все, ну так у него это получится, то он просто не считает многие вещи. Он не считает свои собственные трудозатраты, не считает затраченное время на это. И не считает он то, что он спиздил чужую там идею, да, и уже и раскрутку, которая произведена была всего этого дела. Ну вот. А если это все посчитать, и совсем другое получается, другой расклад абсолютно. Ну ладно, эта тема уже десятая. Поэтому вот такие пироги. И поэтому тот снаряд, который стоит как МБШ, да, вот про этот, вот, который сказали, там проворачивается и нужно защищаться. Возможно, он и стоит того. Как, почему нет-то? А потом самое главное, ребят, это понимать, сколько вы приобретаете и что вы приобретаете, работая с таким снарядом. Если вы приобретаете незаменимые и необходимые качества, какие-то классные вообще, внимание, так оно стоит того, понимаете? Оно может и больше стоит. Вы же приобретаете не вещь, вы же приобретаете снаряд, с помощью которого вы достигнете результатов. То есть вы приобретаете свои будущие результаты. Понимаете? Причем главное, что вы за эти результаты полностью-то всю цену не платите, а платите всего лишь только за сопровождение, то есть за вещь, которая приведет к этому. Вы получите намного больше, реально, и даст вам именно сам снаряд. Вот так, так, есть под миллион, да. Никакой тренер не заменит товарища с лапами. Никакой тренажер не заменит товарища с лапами. Конечно, не заменит. Живого человека вообще ничего не заменит никогда. А как это было? Конечно. Может быть, когда-нибудь придумают андроида-тренера такого, который будет там и лапы держать, и правильно, и все такое прочее. Вопрос только в чем не заменит. Для постановки мощного пробивного удара нахрен вообще не нужен товарищ там с лапами. А вот для динамики, для дриблинга, наработки комбинаторной техники,
защиты, реакции, работы с ударной техникой в перемещении, особенно при подготовке к соревнованиям, конечно, не заменит. А для набивки ударных поверхностей, опять же, нахуй не нужен этот товарищ там с лапами. Вот. Поэтому важно понять, а для чего не заменит? Для чего-то он вообще не нужен, товарищ. Со слапами. Ни с лапами, ни без лап, ни вообще никак. Вот. Потому что кто-то скажет, что ничто не заменит этот боксерский мешок. Опять же, в каком типе работы? В каком-то типе работы ничто не заменит боксерский мешок. Однозначно. А при работе по пневматической самой груши ничто не заменит с пневматическую грушу. Ну как может для работы с грушей самой пневматической что-то заменить с пневматической грушей? Другая пневматическая груша может заменить. Все. Больше ничего. Ну так. Поэтому, когда начинают сравнивать там белый с пушистым, вот, но ты теплый с мягким, то это совершенно некорректно. Так, вот тут надо повернуть нам. Вам спасибо за ответы, всегда грамотно. Да, ребят, пожалуйста, конечно. С удовольствием отвечаю на вопросы. Больше того скажу. Мне еще ехать минут 10. Конечно, хотелось бы быстрее доехать. Могу ответить еще на один какой-то вопрос. И буду отключаться. Поэтому жду ровно одну минуту. Если за минуту вопросов не будет больше, значит, эфир я заканчиваю тогда. На сегодня. Вот так вот. Так что давайте, пожалуйста. Вопрос на какую-то тематику, связанную с тем, о чем мы сегодня побеседовали вот здесь. Ожидаю. Хочу спросить, мне 37 лет, я вешу 93 килограмма. Так, ростом 1,82 м, дайте совет. Хочу рельефную мускулатуру, как мне тренировать? Ой, нет, ребята, такой вопрос я не отвечу быстро. Это очень большой вопрос. Зависит не только от того, какие кондиции у вас сейчас есть, а какие они были на протяжении жизни, какая у вас изначально фактура, не только рост веса, а вообще какое состояние тела, какими видами спорта занимались, какие были это движения, были ли вы когда-нибудь вообще в какой-нибудь очень хорошей форме или вообще никогда не занимались, какими видами спорта занимались, какой профиль, от этого очень, от сам статуса зависит, от образа жизни какой вели, были ли в детстве худым или наоборот полным ребенком. Вот. Здесь очень, очень много нюансов, и я люблю тему, тема, которая вот сейчас затронута, она интересная. У меня по этой теме есть целый большой проект, который называется «Корректура». Достичь можно в любом возрасте, любых результатов, каких вам хочется, это без проблем. Вопрос только, ну, скажем так, без проблем, но не без труда. Вот. Вопрос только в том, что... Для этого нужны хорошие вводные, если по каждому человеку давать конкретно определенного рода советы. Поэтому, к сожалению, я на этот вопрос не отвечу вот сейчас. Заходите на мои, значит, вот эфиры с утра с 8 до 9, с 8 до 8:30 я выхожу в эфир как раз для ответа на вопросы в проекте «Корректура». Стараюсь, по крайней мере, каждый день выходить. Вот, и вот отвечаю на вопросы, как раз связанные с телостроением. Внимание, и правильным питанием. Ну все, друзья, на сегодня все. Давайте, пока. 60 км в час.